До начала проведения новогодних праздничных мероприятий остается не так уж и много времени. И для того, чтобы этот период был безопасным, среди работников Центра народной культуры был проведен небольшой противопожарный инструктаж. В зале Центра народной культуры в этот день собрались начальник управления культуры Рауф Хуря, работники центра и директора сельских домов культуры. Инструктаж по вопросу обеспечения безопасности в период новогодних праздников провели начальник отдела территориального подразделения МЧС России по Республике Адыгея Владимир Булдаков и главный специалист отдела по делам ГОЧС администрации района Руслан Тхагов. Перед тем, как начать свои празднования, нам необходимо посмотреть всю электропроводку, также открыть все эвакуационные выходы, их очистить от разных там загромождающих предметов. Также между рядами расстояние нельзя уменьшать. Вот если они по правилам, по нормам такие, пусть и остаются. По украшению елок. Нельзя использовать вату, бумагу, гирлянды только с сертификатами соответствия. Игрушки должны быть или стеклянные, или фарфоровые, или железные. Там малосущие. Также руководителю объекта надо перед празднованием провести неплановый инструктаж с сотрудниками и задействованными лицами на праздничные мероприятия. В отделе хотим порекомендовать, чтобы для безопасного проведения праздничных мероприятий запретить использование пиротехнических изделий в местах проведения новогодних мероприятий. Для обеспечения пожарной безопасности перед началом мероприятия тщательно осмотреть помещение, убедиться в их полной готовности и в противопожарном отношении. Использовать для проведения мероприятий помещения, имеющие не менее 2 эвакуационных выходов и не имеющие на окнах решеток. Обеспечить установку елок на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветки не касались стен и потолков помещений. Далее работники культуры обсудили все назревшие вопросы для подготовки к праздничным мероприятиям.